Очень вкусно пахнет. Такое все белое, шторки такие красивые. Эта ткань продается. Маш, подожди. Это ткань. 250 рублей метр. Классная. Вообще. Попробуй сядь, если я, конечно, тебя смогу повезти. Тяжело. Куда я? Тяжело как? Я тебя буду так разворачивать. Уважаемые покупатели, пожалуйста, будьте внимательны друг к другу и не оставляйте свои вещи без присмотра. Все потерянные вещи спрашивайте в центральной стойке информации у входа в магазин IKEA. В случае находки чужих потерянных вещей, обратитесь к ближайшему сотруднику IKEA. Спасибо за внимание. Вот такой яркий диван красивый. Этот диван неплохой, мы сидели. 18 тысяч. Этот почему-то уже 50 тысяч. А? Ну туда сядь, как сидела. А? Ноги отекают.
Как шторки. Маш, ты куда-то уезжаешь. Я вот сейчас иду с камеры, я толком ничего не могу посмотреть. Ага, спасибо. Я не пойму, как на этом стуле можно сидеть. Или они детские? А, с поддержкой в области поясницы. Это, видимо, чтобы хотя бы не просто табуретка. Ты будешь криво снимать? Не надо. Сейчас. Я сейчас вот здесь дойду. На, повези маленько.